Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы вяжем вот такие вот тапочки-зайчики. Это тапочки из прямоугольника. Все очень-очень просто, девчонки, как всегда. Это завершающий этап наших подарков новогодних. То есть зайцев уже не будет, девчонки, так что не пугайтесь. Зайцы закончились на этом видео. Но хочу сказать, что вы сможете связать как на маленького ребеночка по этому мастер-классу, так и на огромного мужчину 46 размера зайцы, что тоже очень, я думаю, прикольно. Вот. И такой смешной, как бы оригинальный подарок. Ну, девчонки, давайте. Время еще есть, так что можно из остатков навязать подарков и посмеяться вместе. Итак, девчонки, что касается пряжи. Значит, пряжа у меня вообще, смотрите, два сложения кид-махера, два шерсти. В общем, даже что-то я распустила. Здесь по пряже видно. То есть здесь мы используем все, что угодно. Да? Мы вяжем образец и по образцу определяем, сколько нам петель нужно вот именно, чтобы обхватить пяточку. То есть в любом случае вам придется связать образец, да, если у вас, допустим, сильно мужская нога, либо пряжа там различается, она может быть толстой, тонкой, спицы разные. У меня спицы 3 миллиметра, и вот эта пряжа, если смотреть вот визуально, так на ощупь я определяю, где-то 220-230 метров в 100 граммах, вот ориентировочная, и я набираю 30 петель на свой размер. У меня 36 всегда был, сейчас почему-то стал 37. Может, обувь увеличилась, то ли нога увеличилась, то ли обувь уменьшилась, я не знаю. Ну, в общем, выросла нога, судя по всему. Итак, набираю 30 петель. Это на мою ногу. Сейчас я вставлю сюда видео, в котором вы увидите, как должно это все выглядеть. Вот набранный край, который вы набираете, он должен обнять пятку и обнять носок. Вот я вам показываю, как это все дело обнимается, и вы по этому ориентируетесь. То есть даже если вы вроде бы как и посчитали, но знаете, что я вам скажу, что платочная вязка, она очень такая податливая, так что не переживайте. Значит, оно в любом случае потянется, уже другой вопрос, насколько сильно потянется. Вот, ну да ладно. Так, значит, я набираю 30 петель, то есть в любом случае вы можете переделать, если вдруг вы не попали, хотя я в это не верю, девчонки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 26. У меня не хватит хвостика. 27, 28, 29 и 30. Так, и вяжем лицевыми петлями. Что важно? Важно то, что вяжем все лицевыми петлями, включая кромочные, то есть и лицевой, и изнаночный ряд, и кромочные петли тоже лицевой петлей, чтобы получился вот такой вот красивый зубчик. И нам не пришлось обвязывать тапочек, потому что нам нужны подарки раз-два и готово. Вот это как раз тот случай, когда это за вечер, ну, за неделю вы можете связать подарки. Я когда-то уже рассказывала, девчонки, как я на работе себе придумала. Я думаю, что те, кто со мной давно, эту историю уже знают. Я просто всем к Рождеству навязала варежек, метенок, носочков разных. А те люди, которые не вяжут, это для них вообще шикарнейший подарок. Вот это их так умиляет. Вот кромочная петля лицевая, везде, все время так. И вяжем полотно, цельное полотно. Вот полотно получается
Вот такое вот. Что у нас здесь? Здесь у нас, девчонки, длина стопы. Притом длина стопы не так, что вот здесь вот обвисает пятка, а здесь носок. Нет, это вот, видите, платочная вязка в таком плотном состоянии. Она хорошо как бы стала на место. То есть это не вот так, вот ни в коем случае, потому что у нас должен влезть заяц. А именно в таком плотном состоянии. И я вам сейчас покажу, как это выглядит на моей ноге. Вот смотрите, видите, если я ставлю ногу, то это прям уже здесь два ряда как бы уже выглядывает, и сзади тоже два ряда выглядывает. То есть вот это вот, если я, конечно, встану на пол, то это будет, ну, как раз впритык. Но ни в коем случае не вот так вот, где заканчивается нога, видите, а вот по уровню вот этой вот, ну, выпуклая часть. Вот, видите, вот так вот мы меряем ногу. Итак, когда мы это все провязали, я же говорю, померили только на ногу заказчика, либо ориентируемся примерно по сантиметру. Вот если на 37 размер это 24 сантиметра, то пусть у вас будет 25 сантиметров, да, два ряда на переднюю как бы ножку и два ряда, ну, спереди переднюю ножку. И сзади, чтобы добавить. И все петли закрываем. Почему так? Сейчас пока буду закрывать, тоже расскажу вам, почему именно так. Потому что у нас для того, чтобы следочек обтянул ногу, нам нужен вот этот вот, вот это натяжение. Соответственно, понятное дело, что это будет большое. Но нам в эту длину нужно уместить еще зайца. Вот, или кролика, кто он там на самом деле. Вот поэтому, девчонки, вот как раз то, что я пробовала, вот как раз если это очень так связать впритык к ноге, то как раз при натяжении останется лишней вот эта часть, которая нам нужна для зайца. Вот и все. Вот такой вот простой расчет. То есть практически никакого. Сначала вы определяете, сколько вам нужно обнять пятку и носочек. Ну, то есть обхват вот этот вот, да, как я вам показала. Потом вы вяжете вот эту вот длину. И все. А дальше у нас уже расчеты идут тоже как бы чисто технические. Я думаю, что кто смотрел моего зайца, тот уже видел. Вот. Так, теперь мне нужно, спицы больше нам не нужны. Ну, я же говорю, я думаю, вы уже видели это видео зайца, но здесь немножечко такие усложнения, поправки, то есть не думайте, что вы прям уже все знаете. Чуть-чуть здесь есть свои нюансы именно для тапочка, так что смотрите далее. Вот эту нить лучше задеть, знаете, аж до середины, где будет фиксироваться как бы это полотно, потому что она будет вылезать. Есть. Теперь, что мы делаем теперь, девчонки? Берем иглу. Вот, я это буду делать черной нитью, чтобы вы понимали, что я делаю. Вот, для этого, для зайца, что я делаю? Я отгибаю вот так вот эти два угла, складываю такой вот конвертик. Тем самым, вот,
Я определяю центр. У меня он вот здесь вот. Это можно сделать и при помощи маркера. Я же протяну еще сюда вот эту нить, и у меня будет нить как раз по центру. То есть вот так вот, да? Вот она, видно, да? Вот, хорошо выравниваем, чтобы было не вот так вот, а именно ровно. И определяем нашу линию, по которой нам нужно шить. Вот у меня получается вот так вот, вот эта вот часть, как раз под этим конвертом. Вот по этой линии, вот между этими бороздками лицевой, как бы, петли, ну, рубчика вот этого, я и прошиваю. Вот. Так, у меня солнышко неудачно светится, кошка. Так, ну, не очень-то мне помогла черная нить. Значит, прошила я до конца. С этой точки я прошиваю до середины, вот где у меня вот эта нить. Одна сторона, вот, и вторая сторона сюда, вторую, тоже по диагонали мы прошиваем. Это мы отшиваем наши ушки. Так, есть, у нас ниточка сошлась вот здесь. Теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается отшит треугольник. Вот прямая, здесь по диагонали и здесь по диагонали. Вот, что мы делаем далее. Далее мы берем наполнитель. Вот он у меня. И за вот эти две ниточки тянем, продавливаем туда. У меня то видео без звука, я думаю, она понятная, но это я уже более такое детальное. И делаем такую ячейку, в которую мы запихиваем вот этот наполнитель и наполняем мордашку. Хорошо запихиваем, делаем ее кругленькую, формируем красивенько. Вот. Так. Смотрим, нравится ли нам, не нравится. Вот. И затягиваем. Затягиваем. И завязываем. Так. Осторожненько, чтобы не порвать. Так, вот эту нить я запихиваю прям туда в голову. Это все у нас сейчас зря, я, конечно, нить как бы взяла черную, ну неважно, хотела показать, но не получилось. Вот получилось для, на данном этапе у нас получилась летучая мышь, да, которая нам не нужна. Я теперь беру серую нить в тон, мордашку я пока вот так вот сплюсну, беру теперь в тон нить. Делаю что здесь, вот смотрите, я складываю вот так вот и прошиваю несколько стежков вот по следку именно. Так, три стежка я сделала, то есть между вот этими. И теперь я вот, смотрите, видите, вот я прошила. Это сантиметры буквально. Здесь надо сделать узел, чтобы нам легче было. И вот сейчас мы наклоняем эту голову и фиксируем сюда, к этому месту. Вот это и есть нюанс, один из. Вот. Так, вот так вот. То есть у нас получается, что заворачивается вот так вот следок.
наверх, иначе у нас бы заяц бежал бы по полу, а нам этого не нужно, он должен быть на ноге. Вот, поворачиваем все сюда, выворачиваем ушки сюда, как бы формируем заячье ушко, хорошо, вот так вот подворачиваем и фиксируем их. Одно сначала, видите, оно принимает форму заячьего ушка. Так, есть одно. Так, здесь можно сделать узел. И второе ушко, смотрите. И второе я подворачиваю сюда, на эту сторону. И подшиваю. То есть я их как бы складываю, оно будет вывернуто, но ничего страшного, подтяните, и тогда у вас ушки все время будут заячьими, кроличьими. Так, вот так вот еще. Подтянем эти ушки, все, у нас уже у нас зайчик. Теперь мы возвращаемся сюда, где мы были. То есть мы мордашку вывернули наверх. Теперь мы сшиваем вот сколько хотим. Тут уже мы по ножке меряем. Хотим мы больше закрытый тапочек, меньше закрытый следочек или прям тапочек. Это тоже зависит от того, сколько петель вы набрали. Это можно... Смотрите, что делаю. Это можно сделать и прям к ножке, и как следочки маленькие. Ну, а с другой стороны, если это подарок, то дареному коню зубы не смотрят. Как будет, так и будет. Благо, платочная вязка это позволяет нам. Так, я меряю по своему первому следку. В общем, вот это вот мероприятие. Кстати, сшиваю неправильно, нам надо вот по вершинам вот этих вот платочных петель, тогда шов получается красивый. Видите, я сначала начала неправильно, теперь вовремя опомнилась. Видите, сразу петли становятся напротив друг друга и получается красивое соединение. Так, что у меня тут говорит? Так, еще, да? Еще, еще. Нет? Или да? Еще одну петельку, и все. У меня следочки, у меня не тапочки. Ну, не высокие они. И увожу нить наизнанку. И здесь я ее продеваю. Теперь мы сшиваем пяточку. Так, что я делаю с пяткой? Вот, кстати, вот эту нить можно было, если она длинная, то можно сшивать ею. Вот здесь я тоже что-то протормозила, простите. Ну, я вот так вот сделаю. Значит, складываем лицевой стороной вовнутрь и сшиваем. Когда вы дошли где-то до конца, примерно 2 сантиметра не дошли, то вы вот это отверстие вот так вот просто прошиваете, чтобы потом стянуть. Все. Так, вот так вот стягиваю. Фиксирую здесь нить хорошо. Это для того, чтобы пятку лучше. Она, я же говорю, платочная вязка, она очень быстро вам
уляжется по ножке, как угодно. Что можно еще сделать, девчонки? Понятное дело, что будут слетать. Это нюанс именно этого способа. Это мы уже пробовали, перепробовали, но тут сам факт быстрого как бы результата. Поэтому, чтобы не слетали, чтобы ваш следок был максимально удобен, вот протяните резиночку вот здесь вот по краю, знаете, вот эту, которую вставляют в резинки. Вот. Протяните здесь, чтобы фиксировать на ноге. Вот такие вот. Так, что у меня что-то голова получилась вот это больше. А нет, одинаковые. Прекрасно, прекрасно. Кто-то мне сказал, девчонки, под видео написали комментарий, чтобы я занялась своим произношением. Знаете что, девчонки, я как говорю, так и говорю. Да, я с Украины, да, русский язык я... Ладно, не буду. Итак, черная нить. Я узел завязала, но вот здесь я его продеваю и... Достаю иглу там, где должен быть носик. Вот он. А узелок у меня получается вот здесь вот. Так. Я вышиваю вот так вот произвольно, так как я этот носик вижу. Да, то есть я отшиваю вот так вот треугольник сначала. Потом его заполняю черным цветом. Что хочу сказать, девчонки, не обязательно. Вы знаете, я делала, вот у меня когда собаки были, помните тапочки? Давно-давно, еще только я начинала. Тоже на основе такого квадрата собака. Вот. Все это вы можете найти в плейлисте с тапочками и с носками. Вот. То там я не вышивала собаку. Я собаку... Тут я еще сделала, кстати, усики. Я собаку, девчонки, я из фетра вырезала и приклеивала текстильным клеем. И прекрасно. Вот если нужно быстро или кого напрягает вышивка, ну, вообще-то здесь же немного. Я думаю, она особо-то и не будет напрягать. Но это на всякий случай, я говорю, варианты. Есть готовые глазки, носики, можно готовые. Ну, и как вариант можно из фетра сделать. Или я там, по-моему, вязала крючком. Вот я, видите, я уже и не помню. Ну и вышиваю глазик. У меня заканчивается нить. Так, вот такой вот зайчонок. Так, теперь берем вилку, берем нить, кусочек вот такой вот сантиметров 20 и одеваем как бы на среднюю дырочку. Здесь оставляем маленький кусочек и берем, наматываем на вилку. Вот я делала где-то приблизительно 15 оборотов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Можно сделать больше, но тогда не получается туго затянуть это все дело. Вот, и вы смотрите, чтобы было комфортно. Вот, теперь я протягиваю эту нить и завязываю в, как бы, половину вот этих вот завитков. Ой, еще нет. Теперь мне нить, вот это плохо, что у меня свалилось, да? Нужно протянуть вот эту на ту сторону. Так, сейчас попытаюсь спасти, и теперь мне нужно вот так вот, да, завязать эту сторону. Я надеюсь, смотрите, следите, чтобы у вас это не слетело, как у меня. Вот. Так, теперь мы разрезаем по кругу вот эту вот штучку, ну, помпончик. Вот, да, наверное, надо было больше, ну, да ладно. Намотать, я имею в виду.
Сделаем ему вот такой вот хвостик, Манюську. А теперь на тапочек, вот здесь вот затягиваем, протягиваем эти нити, которыми мы завязывали. Одну и вторую. Так, и завязываем. Все, девчонки. Эту нить я бы рекомендовала, конечно, не обрезать, а продеть ее туда вниз, к пятке. Потому что если обрезать, тут довольно-таки рабочее место, и этот хвостеныш может слететь. Да? Вот такая вот идея. Я думаю, милый, очень милый подарок был. Сувенир, это не подарок, это не может быть подарок, но это приятный сувенир, и вот так вот уделить внимание своим близким. Вот такой зайчонок у меня. Девчоночки, вяжите, времени еще полно. Используя те остатки, которые у вас есть. Вот. И вяжите вот такую вот красоту. Все. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Зайцы с вами тоже прощаются.